Мотор. 17 октября 2015 года мы получили 25 тысяч по проекту Дуйнова. Десятину нам передали. Как говорили, значит, 5 тысяч уходит Валентине Ершовой, 5 тысяч Василию Ткачеву на транспорт. Соответственно, куда там еще уходили? 5 тысяч переходит Владимиру Лебедеву на... Спасибо. На какие-то детали. Да, 5 на квартиру, штаб-квартиру, и остается... Что там остается? 10 на штаб-квартиру. И все. Вот, то есть мы ведем отчет финансовых средств, чтобы все было публично и прозрачно. Стоп, снято. Большое спасибо.